снег. О, коровки. Слышь, прикольно, да, лежит снег. Сколько там показывают? 20 градусов. Было 18, стало 20. И лежит снег, прям рядом лежит. Не то, что на макушке горы. Ой, что за гора черная? Смотри, что за гора черная. И вот по бокам снежочек у нас. На север едем. Смотри, пипец, смотри. А сколько коров? А что? Смотри, снег лежит, смотри. Ну да, смотри, сколько снега, реально. На север приехали, понял? Слушай, а почему здесь столько коров? Я что-то ни домов, ни жителей не вижу. Это дикие, что ли? Нет, тут все есть. А вот, смотри, какая лавина съехала снега. Вот это лавина. Смотри, лавина выпала, точно, смотри. Так я уже заснял, пока ты проснулся. Смотри, видишь, камни стоят, а камни во мху. Да. Очень красиво. Мы с Юрой в прошлом году снимали, да, Юр? Так ты здесь был, Юр, в прошлом году? Да, и сразу вдвоем, да. А, вот они, да? Ребятки. Чистят. Бип-бип, эй, коровки, воровки, что вам не... А что тут хавают? Бодаться не будут коровки? Мох хавали, да, блядь? Наверное. Да пиздец, блядь. Еще какие-то интересные коровы, видишь? Да, чуть-чуть другие, не как у нас, да? Вот один был как у нас, вот там черный был. Очень похож. Ну так мы же за границей. Не забывай. Ну, да. Ну смотри, подряд теперь снег будет, да, здесь? Можем пойти в снежки поиграть. Ну да, его больше, больше, больше становится снега. Значит, мы на правильном пути. О, какая лавина съехала. Это снег. Все снег. Ладно, в этом году мы снег уже хороший увидели. Да? Я больше не хочу больше. Во-во. Зимним. Чего ты хочешь? Весной тебя в зиму везут. На юге. Тоже, да? Вот, да, вот все снег уже, все. Все снег. Интересно, в Тарицу доедем или нет? Да, Тарица дорогу сказал, есть. Жалко, что дальше нет дороги. Ну ничего страшного. Тут уже настоящая зима. Можно сюда приехать в мае, когда смола созреет. Вот тогда можно. Слушай, тут уже реальная зима. Все вон снегом. Так а что температура не падает? Или тепло будет? Не знаю, может что-то датчик не работает. Или он еще не успел сообразить? Мы же только что выходили, или там уже температура может резко поменяться здесь? 20 показывает. Не, выходили где мы. Тепло же было. Мы тут проехали вон ущелье. Вот это ущелье сейчас.
дальше, туда, 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 дальше. Купить. Подожди, посмотрю, что там продают. Вон ущелье, там красиво. Да? Вот сейчас. Все равно далеко не поедем. Правильно ж? Ну вот туда можно. Так, ладно, я понял. Все, хорошо, ну, я следующее видео сделаю.